проведение срочной дискуссии в отношении текущей ситуации на Украине в любой пленарный день. Эту тему мы обсудим сейчас с старшим научным сотрудником Института международных исследований МГИМО МИДа России Леонидом Гусевым. Леонид Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. Леонид Юрьевич, эксперты продолжают настаивать, что дело против Тимошенко политическое. Как вы считаете? Ну, понимаете, тут двояко, да. С одной стороны, действительно, там есть экономические предпосылки всего этого, а с другой стороны, конечно же, и политика присутствует, несмотря на то, что Янукович и его окружение всячески окрещивается от этого, так вот Анна Герман.